motherfucker. Охренеть. Круто. Огонь, это у нас цитадель, да? Ага, с управлением мы разобрались. Я понял. О, круто. А если я возьму баночки? Почти. Интересно, розочку можно сделать? Опа! Эту розочку нельзя сделать. Типа это было дерево. Ух ты, а что происходит? Смотрите. Прикольно, я принимаю сигнал башкой. Пора прослушать новости. Ах да, я не заметил, что Альянс отправил припасы в зону карантина. Очень странно. Что ж, разберемся, когда вернемся обратно. Что это? Что это такое? Встретимся в убежище, родная. Будем. Похоже на... Что такое Рассел? Что вы потрясающее? Что-то нашли и, как всегда, зачем мне об этом говорить? Как здесь воняет. Кто-то красочку оставил. Пригодится. Что, время такое, что... Баночка красочки. Офигеть. Ничего себе. Вот это мопед, короче. Ой, ты какой хорошенький. Посмотри, ты, наверное, проголодался, да? На, кушай. Ням-нямку делай. Слушай, такое ощущение, как будто он прям вот возле меня. Смотри, какой он хорошенький. Тихо. Да ты ж мой, посмотри. Пусть, а ты девочка, походу, да? У тебя дырочка, в смысле. Блин, прикольное создание. Ты классный вообще. Я тебе... Я бы даже, вот знаешь... Вот так вот бы весь день бы сидел бы и с тобой вот вообще прям игрался. Что у нас еще тут? Магнитола старая. Ничего нету. Что есть интересного вообще, я не знаю. А там что? Нам вон туда нужно, я понял. Пока. Я ушел все. Работай умно, а не долго. Смотри, тут прям огонь. Ну что ж. Что, я здесь, да. Привет. Как жизнь? Получилось? Да, реактор у них, проще простого. Я иду обратно в убежище к отцу. Иди, будь на связи. Береги себя. Внимание незваным единицам. Наружный противник, источник, нарушитель. В смысле, что? Валим отсюда.
нужно идти. Алекс, over here. Алекс, сюда. Что такое? Плохо. Дежурную проверку. Ты уверена, что все прошло гладко? На 100%. Что-то разозлило ГОшников. Не высовывайся, не глупи. Окей. Все, я тоже пошел. Лучше возьмем. Ты прикинь, первый раз в жизни я почти в тебя попал. И ты что, бессмертный, что ли? Нихера, короче. Голубь Супермена. Сегодня мы с вами будем ловить еду. Все понятно, не пипай, опасно за живота. Окей, бедный мой животик. Все хорошо, не пипай. Не пипай, что значит не пипай? Погоди. А он как настоящий. На нем же можно ездить, да? Прикольно. А ты что там делала? А? Булку пиздила. Что, своих голубей привела? Полегче, я просто живу здесь. Возможно, нарушитель, руки опускать, пропилить. Стойте, не стреляйте. Все чисто. Видите его? Охренеть. О, нет. Они его схватили. Она чиста. Нам нужны имена. Мы ничего не крали. Нам все равно, что ты видел, кто с тобой был. Никто, я никого не видел. Мы все из него выпьем. Возьмите его. Папа! А здесь что делать? Что же? Где это я? Куда вы меня везете? Где мой отец? Эй! Черт возьми, где мой отец? Замолчи, скажи, чтобы прекратила дергаться. Не дергайся. Что это? Берегись. О, боже, это граната. О, пацаны, как что-то... Что произошло? Пацаны, походу, свое отслужили. Что дальше? Вы попали в аварию? Возьмите наушники. Окей. Алекс. Да. Ты там? Тебе надо спешить. Рассел? Я попала в аварию. Я же ее устроил. Строго говоря, эта авария попала в тебя. Тебе надо спешить. Стоп, где отец? Он в порядке. Следуй за дроном. Окей.
Отец в порядке, да? Да, ну нет, честно говоря, он в большой беде. Но ты еще у них, он был в другой машине. И ты спас меня? Ну да. Я же не знаю, кто в какой машине. Так что да, в итоге я спас тебя. А мы знаем, куда его везут? В изолятор. И что-то... Илон Вейнс и Ново проспекте. Но я уже работаю над планом его спасения. Малая лаборатория близко. Следуй за дроном и придумаем, что делать. Рассел, что вы там такое нашли? Это удивительно, но не знаю, просто мутные снимки здания. Цитадели? Нет, что-то другое. И чтобы это ни было, они убьют всех, кто это видел, и всех, кто знает тех, кто это видел. Рассел, подожди, я почти на месте. Оу, мама. Civil protection. Офигеть, солдаты. Подъехали солдаты, ребят. Так, куда, друг? Тихо. Дети ж могут убиться. Опа. Алекс, все на секунду выключилось. Я потерял видеосигнал. Ты видишь мой дрон? Он в порядке? Конечно, да. Буду через минуту, да. Нету твоего дрона больше. Привет, я пришел. Или пришла? Какая-то странная комната. Алекс, отлично, окей, давай, стой, мой дрон в порядке, да? Нет, его больше нет, его раздавили. Я, кстати, жива, спасибо. Все хорошо, да, это главное. Ух, как у тебя тут миска. Так, Рассел, папа у них, да? Не знаю. Это плохо. Извини, что-то получилось. Они узнают, что, ты знаешь, они его могут убить. Но хорошая новость в том, что у нас есть кое-что, чего нет у них. И что это? Мой план по его спасению. Отлично, рассказывай. Итак, скоро они поймут, что твой отец и станет говорить. И уж тогда вызовут специальную группу. А может, и нет. Ну, и могли бы, они могут просто просверлить ему голову, вытянуть информацию. Короче, они точно сделают, посадят его на поезд и повезут вот сюда, короче, в Ново Проспект. Понимаешь? И если он окажется в поезде, это конец, да? Не обязательно. Возьми что-нибудь будет нами, да? Ну, окей. Допустим, это ты. Ты сказал мы. Ну, одному из нас мне придется оставаться здесь, чтобы план дорабатывать. Хорошо, справедливо. Короче, рядом есть второй поезд, который тоже идет из Сити. 17 приезжает через зону. Поезд встречается вот в этой точке, на развилке. Ты садишься во второй поезд, добираешься туда раньше отца и взламываешь управление. Тогда я смогу проникнуть в систему. Поезд останавливается, ты разбираешься с солдатами Альянса, и мы спасаем твоего отца. Круто, да? Хорошо, а где я сажусь на поезд? Иди в черный ход и во дворе. Поезд списан, но думаю, я смогу взломать его систему и отправить тебя. И еще, прежде чем уйдешь, надень пару браслетов. Браслетов? Перчаток. Ну, грави-перчаток. У меня есть несколько пар. Возьми, надень себе, короче. Очень крутые. Поняла. Мы справимся, Алекс. Ты ведь понимаешь, что я сказал, что мы справимся? Потому что мы справимся. Да, справимся, окей. Я с тобой до самого конца. Ух ты. Так, давай посмотрим. Вау, прикольно. Одна жизнь. Хорошо.
Ладно, ты знаешь, там наверняка валяются всякие штуки. Потяни их к себе. Тебе нужно взять оружие. Давай. Отлично. О, мы переиспугали. Я вижу патрон. Крупный калибр. Офигеть, он прям четко, как настоящий пистюган. Ладно, Рассел, я пошел. Oh, you took care of that lock then. Good, great. Did have the key for it, but should have given you that. That's on me. All right, here we go. Next stop, Fairview Junction.